Твери вандалы разрушили пристань в парке Победы. Деревянные перила на берегу реки Лазурь неизвестные сломали и свалили в воду. Информацию об этом распространили пользователи соцсетей утром в среду 14 октября. Конструкция, к которой с берега ведут бетонные ступени, в этом году стала популярным местом. Здесь фотографируются, кормят уток. Летом у пристани можно было взять на прокат лодку или катамаран. Чем помешала конструкция, вандалам сказать сложно. По одной из версий, там орудовала компания нетрезвых граждан. Впрочем, прежний облик пристани городские власти восстановили достаточно быстро. Уже к полудню среды все последствия нападения были ликвидированы. Работы проводили специалисты муниципального унитарного предприятия дирекции парков. Вместе с тем, руководитель МОПа призвал жителей Твери сообщать о подобных фактах вандализма. От имени дирекции парков мы просим всех неравнодушных жителей, если вы стали свидетелями данных инцидентов, сразу же обращайтесь к нам и в правоохранительные органы.